Ну, с ноги, походу, включает. Не, он его, по-моему, пересобирает, походу. Реально, что он там делает, блин? Допустим, если кондёр включается, то там, знаешь, пультик есть такой или кнопочка на. Ты тыкнул, он включился. Угу. У Алисы вообще нормальный там протокол? Да вроде нормальный. Вроде это на сколько? Ну, не помню. 240. Да я тут танчил 240 раз. Томас, чё, как кондёр? Томас, вы тут? Да вон он только что вниз забежал. Стоп. Пусть она рога лучше туда пойдёт. А танчить-то кто будет тогда? Ну, бля, у нас есть 4 танка, зачем нам 5-й? Так, пойду я, блядь, дискорд скину. Так пусть, слышишь, пусть будет палом, блядь. Пусть меня страхует. Моего этого, ДКшника. Она уже вышла. Ну так пусть заходит, ну, блядь, так рога еще хуже будет, блядь, еще бесполезнее. Почему? Ну, блядь, я хуй знаю. Ну, у нас ДПС может не хватить, пусть она идет за это, блядь, за робота. Она будет, допустим, сидеть на костах, а более сильные роги будут бить. Ладно, я ушел уже, короче. Ебать, Амстер уже шемом, схуяли, блядь. Кто? Амстердам. Кто это такой? А, вар один, враг ебаный. Да задонил, хули тут удивляться. Мне кажется, он не задумал. Ничего. Какая у него випка? А чё, блядь, они другой диск пришли? У него бронза, так что нихуя не донил, блядь. Чё, блядь, опять установка кондёра продолжается? Или мне показал? Я еще и трэш резнулся. Пошлите трэш пока. Здорово. Здорово. Турбойс, разбафы и каски. Улипал кулаки МП5. Дух стая, Лимарти, оф. Да-да. Сам ты Лимарти. Ты мне будешь Лимарти навсегда. О, сука. А как правильно звучит? Лил Морти. Там он оттуда. Он наебывается, поэтому не Лил Морти. Я тоже Лил Морти читал. Лил Морти, блять, или нет? Нет. Он мерзкий, блять. Согласен. Можно я в танка? Можно я в танк, это кто? Нет. Джурада. Я хочу похалявить. Надо будет диспетчить проклятие. Да. Мы до этого дня не смогли пройти, потому что у нас не диспетчер. Валман, ты танкуешь, а что-то на тебя щит повешал, не снизу, чтобы тебя мало убили. Страшно. Ну
Люди, вставайте, бегите, чё вы лежите? Ебануть, скидалы. Ну здесь жир жирный, жирный, жирный будет, весь. Потому что у нас есть шаманы, курики. Как варик, потом пойти 10 лет. Ссылка. Решил. Ну, включаем. Ну, конечно. ДКшник. Просто гайд по диспелу сейчас будет. Счастливый обладатель Дона Вуду. Чей релурнус? Мне даже хиллбот не нужен, чтобы, блядь, диспелить. Ну, потому что он, сука, меня не показывает. Есть... Декурсив стоит и тыкает по квадрату. Рыба будет только после того, как я релурнус. Там можно и без декурсива, можно без всех вообще Донов, нахуй. Все это диспелит. По-моему... Раньше я... выделял цель, нажимал единичку, декрыт диспел. Так диспел. Можно, по-моему, соверу тыкать, но. Кнопки удобно тыкать. Мышкой навел нахуй, но фреймы, блять, стандарт. Ебашишь. Люди просто, блядь, пиздец, ограниченные, нахуй. Вот это, знаешь, это как вот дано две руки нахуй, а ты вообще и за спину положил нахуй, ничего не делаешь. Кушайте рыбу. Все, я хейтер здесь. Волман разбав и эти каски. Вот некоторые люди играют как боксер, который вышел на ринг, блядь, и просто ноги не использует, просто сел на колени, блядь. Прикинь такого боксера, клёш сразу сломают. Турбоис, ты слышишь? Нет, прием. Да, на связи. Как это дебаф называется? Кто помнит? Это турбоис, ребаф и каски, и это... Заберешь, короче, киглера поставишь. Ну, как вы делаете, гуляги. Туда, куда-то. Понял, принял. Что ты, значит, говоришь, тот ДК на двоих, да? Я на кресте, да? Или наоборот? Ну, да. Не-не-не, давай тогда, если ты за шамана будешь приоритете, то ты станешь на двоих, потому что там... Только там, чтобы это... Чтоб Холипал на меня эту кинул. Холипал, как он там? Крокозябрик, слышишь, 10? Слышу. На Войд Фрозена частицу дашь я, потому что во втором окне буду диспалить шаманом. Смотри, Эвакин, будешь, короче, крестик держать, ну, ты видишь метки. Когда он будет кастовать преисподнюю, гриппом собьешь. Вар, будешь держать черепок. А почему там не ДК на черепе? А зачем? Какая разница? А может стаки сбрасывать? Так вот, да, смотри. Зеленый сбрасывает. Это я знаю, но у нас один ДК будет играть в два окна, а второй будет сбивать преисподнюю. Да, понятно? Да. Сова, которая хардстайл, слышишь? Смотри, если ты тут ни разу не был, вкратце объясню. Стоишь в трусах. Когда я буду говорить в свечемся, я буду говорить там РДД, милики. И когда активируется череп, надо будет диспелить свое пати. Сейчас я тебе скину дебаф. Я не помню, у тебя там есть скилл какой-то, я не помню, очищение или что-то типа того называется. Снятие проклятия. Ну, снятие проклятия, я хуй знаю. Понял? То бишь, когда я буду говорить диспел, ты по своей пати тыкаешь вот это снятие проклятия по каждому человеку. Точно понял. На баф на пол вообще. Ну, а он холи танк?
Да. Первый раз видим, вот да? Меня, вот меня за анхоли танк обхуесосили. Я уже одного взломания отхуесосил. А вот его не все готовы, пуляете? Все готовы, пуляете? Сейчас вара. У нас вара нет, вара нет, вара нет, вара нет. Подождите, вара. Куда вар стоит, вот он, все забирает нам. Все в трусы встали, РДДшники хилы, милики, черепок пинайте. Подальше, главное, от креста стойте. Твой, ты на волны не держишь, я держу на тебя. Не-не-не, смотри, Волман, стань спиной к себе. Я имею в виду этот щит. Крош, активен, РДД в крестик. Милики, отошли нахуй от креста. В рейндж все стали. По кресту играют РДД. Угу, у нас ворвали, все красиво. Уже хороший начало. Я же говорил, что его нет. Я думал, ты про танк. Блять. Я просто смотрел тот момент, когда говорили, что его нет, там не было вара танка в инсте. Потом уже. А Киглера откидывает, да? Да. Мы. А я чуману, сука, забыл отрегенить или чё на? Сказал лох ебаный. Пиздец, мы вообще дамажим, нет? Крестик. РДД. А ты не хочешь забрать, кстати? У вас, кстати, РДД есть, если чё. Да я уже понял. Ой, забери печеньку на себя. Призыватель активен. Все в череп свичнулись, дали Геру. Бурсты. Диспелить не забываем. Диспел, сова. Своя пати, быстрее. Волмана про диспель. Возле квадратика стоит на углу. Все. Быстрее заливаем, активней. Да ебал я рот, еще эта хуйня толкает. Диспел. Быстрее, быстрее. Блять, не успеваем чуть-чуть. Охуеть. Че, убили? Все, РДД по крестику, да. Хорош, нахуй. То, вар, забирай печеньку на себя, отводи куда-нибудь. Рада, залей мне ману на шиману. Скажешь, если что. По печеньке играем в РДД. Блять, РДД крайне мало, мы будем это долго делать. А что, берсы нет? Это да. Если там в квадрат врываетесь, напульте, пожалуйста, на Волмана. Пока квадрат. Ты меня этот Киглер заебал, нахуй. Толкается, блядь. А чё толкается? Встаньте перед лицом. Я РДДшник. Меня задевает близко к стойке. Есть гимны у крестов, дайте. Что, на мана? Да. Сейчас. Я говорю, ты можете не бить печеньку пока что. Ты чё, да ёбаный шашлык, блядь. Так, он вылез... по глазу. По печеньке опять играем все, РДД. Крыска сейчас же откинет. Улетишь далеко.
Мазохист. Крок без маны. Крокозавр. Зелейте холи полу маны. Это не... любой. Когда я у всех друзей? Наебись. Иди, джага, передень. Аркон, перед лицом встань у Киглера. Улетать не будешь. Сбей вот это пламенное очищение. Он, кстати, тоже вайпает. Рейд, я рот выебал. Блядь, сколько раз я отлетела. Я тут тоже летаю постоянно. Сука, встану. Через 30 секунд будет тотем поставлен. Амстердам, отойди оттуда. РДД по крестику. В рейндж станьте все РДД хилы. Ага, вот почему. Красиво. Атюка, блядь. Рада, бурни, хуни-бони. Дайте реба в пороге. Так, Юля, почему Володя умер? Я... Извини меня. Инструментов. Пусти. Собачку жалко, да? Сбегитесь к шаману. Да, сбегитесь к шаману. Кому мало? Пальцу стоп тыкать. Вообще очень увлекательно, босс дух захватывает. Вообще охуенно, мне нравится. Блядь, меня начали усилить, скучно. РДД в ромбик. Диспелить только здесь классно, а остальное... Я в ромбик, блядь. Это Гурского любимый босс. Это босс, где можно сходить за чаем. Сам ты сегодня развалился в начале боя, все 25 минут. Я не виновен. Все он виноват. Приговор из этих, блядь. Войт, у тебя есть мана? Фу, блядь. А, пока не то ролит на успех, напишите в Дискорд. Что, поставить чешо? Поставь. Днем писала, надо еще раз. Лехус. Да, я 14.46. Чё, Лекс? Квадрат на пульте, пожалуйста. Дочь самурая, сейчас тебе кину салю. Да мы слышали, как ты включал кондей. Вон он пишет, вообще. Где, на пол или чё? Не, где чувак, на котором на пуле? Там просто много людей, не могу на баргер взять. Да я вижу, что вон оно, бля. Хорош, крест активен. В рейндж встаньте, не толпитесь, миликер, дэхилл. Макрос себе сделай цель цели. В интернете найди. И используй его иногда. О, прям стандартный маг. РДД хиллы встаньте в рейндж между собой. Там маг стандартный, он и цели цели выбирает сразу. Что надо, то выбирает. Да, сука, мне встать, чтобы меня не откидывало. В стенку вниз. Да забей, летай просто. Может, в трусы встать, короче, тут не откидывают. Так тогда я до Кирюхи не достаю. Я тут один раз танком так же танчил этого чувака. Так он меня так запихал в текстуру, что я провалился. Давай. Помянем. Пиздец, какой мерзкий босс. Да нет, что ты, неистовое веселье. Ладно, теперь можно пофкашить. Можно тоже. Нормально. Сука.
Были счастливчики, кого не откинуло сегодня? Квадрат активен? Да. Но только он и остался, в принципе. Только пьёл, потому что за урон. О, я в овце. Прикольно. Физическая... Физическая овца, пиздец. Дожились, блядь. Квадрат на пульте, пожалуйста, а то сорвете скоро. Кидай на моего ДК эти орехи, я сейчас им буду тончить. Тогда 110 будет почти. Просто агру кидаешь из бара. Не сорвется? Да, я вижу, но ну, на всякий случай. На всякий случай. 40 лет опыта за протопава. Как ты так? Нафиг тебе на пол? Не, ну, знаешь, за зеленого протопал нужен на пол. Вообще. Мирики отошли босса. Мирики отошли. Босса отошли, что тебя лупит. Смотрите вам рассеивание, Линкан. Юлия, Володя умирает. Зубы, Володя, зубы, быстрее. Я пока бегал, блядь, искал кого диспарить нахуй, мне постоянно откидывал этот пидор ебучий. Кто затащил, он бьет, ем. Володя. Вон, я пролетал чаще всех. Посмотрите на мой шикарный ДПС. Да, вообще тут стою нахуй хорошо, блядь, ебаный. Нормально, 2200 у тебя лис. Блядь, он пиздец, все это трава. Ну, бля, извини, друг. Ну, oh, my mind. Мне. Very, very big deal. Да? Дайте в ВР, пожалуйста. 15 сантиметров, 15 сантиметров. Володя. Да все, он уже... В холодной воде, да? А чё с боссом? Чё он меня жопой бьёт? Он просто с ЛГБТ, всё нормально. Алиса, бей. Ой, это ты завтра будешь? Что тут, сука, хилить, на, да. Днём. Угу. Целка 10, может, завтра днем пойдем. Днем это еще раньше 25-й, что ли? Ребят, меня завтра, кстати, не будет. О, я бы хотела в 25-ку сходить. Том. Я при том была. А чё, типа, когда дебаф в виде свиньи, бить босса нельзя, да? Меликом. Нет, сейчас бить. Ну там есть дебаф на одну минуту, который, если милики стоят возле босса, наносит дамаг, босс отхиливается на 200%, еще и милики получают дамаг. Умоляю, по-братски, вот эту хуйню с меткостью дробяшку надо на ДК, ебать, вот так надо, чтобы просто, бля, я зашел с шаманом. Ролим. Мы ролим после груля. Я не писал, что он ролл, писал без анролла. Не было, извините, ребята, не было этой дробяшки, я ошибся. Ну, там такая с меткостью, но она не упала. Дробяшка падает, да? Я посмотрел, лут там не было, на самом деле. Я ошибся. Показалось, там какой-то посох. Покажи дробяшку, да? Да. Ебать, парольте на меня, умоляю, все просто, кто, ну, неравнодушен. Моему творчеству. Ты на ханта нормально заходит? Ты на ебашку накинешь, да? Да, топ на ханта я слышал. 5000 ЕП накину, все, ёбаный, бро. Кто сдох, вставайте, бегите. Она просто, ну понял, я по меткости, по капам себе вислист составлял, и оно мне в вислисте, то есть я такой прошаренный чувак. В череп все точно играете? А блин, тролль мне на АДК будет, хоть с АДК начнут собираться. Зачем нужен этот принтроль? На АДК принтроль лучше даже грим... Ой, блядь, гранина. Ей, боссы такой трэш. Мерзость. Угу. Мерзопакостная хуйня. Мерзопакостная грязнокровка. Уизли. Ой! Сюрприз! Я угорел с этого, как его звали-то? Домовой, блядь. Кто? Эльф домовой, нахуй. Я с него вообще угорал. Кикимер. Добитый вообще чувак, нормально. Жалко было, когда он помер, конечно, пиздец. Вот и помер, дед Максим.
Ну хорошо, я еще не смотрел эту хуйню. Я не смотрела Гарри Поттера. А Гарри Поттер, ну что одно. Ты не смотрела? Алло. Нет, я не смотрела. Не заводите ее, она сейчас начнет классику 57-го года рассказывать, блядь. Ты гонишь? Не надо ее заводить, пожалуйста. Ты, ну... Я ошибся, когда сказал, что ты топ-хил. Какое это имеет отношение? Ну да, никакого, я просто понял, сказал. Ну это, как так не смотрела Гарри Поттер? Ты что, с ума сошла? Ну я пыталась заставить тебя там первые два что-то так смотрела. Ну так там совсем детское все, там же они типа взрослеют, потом там поинтереснее. Потом они кокос нюхают, травку. Остальные сцены? Что? Да нет, или как они едят глюциногенные конфетки. А ты любишь фильмы с постельными сценами? Конечно, а ты что, не любишь? Нет, я... Я тебе могу их что-то скинуть с Гермионой. Не по этой теме. Ты сказал, что это мои любимые фильмы. То есть ты любишь мелодрамы, да? Ну, я люблю... Немецкие фильмы, да? Нет. Раньше ничего не было, все было немецко. Сейчас, пожалуйста, на любой вкус. Азиатский. Я тут думаю, куда я прикололся с пропоном. Да ладно. Пропон это, чтобы вас пужать. Вы дамажили лучше, хилили, танчили. А мы-то думали, блядь. Ладно, хватит. Же не одни. Вот сейчас что про меня подумают? Не называйте Моник. А. Писечка, моя любимая, а я хороший тат. Конечно. Хуёвый. Алиса, я всегда, скажи, даже когда я тебя терпеть не могла, я всегда говорила, что ты хорошо татишь. А чё, это поменялось? Спасибо. Да, я привыкла к Алисе. И к Войду. Крик с тебя, что на Роке здесь мы бы пиздили, что на Варе. Был бы ты здесь на Локе, тебя также на Локе бы здесь пиздили. А ну попью нахуй. А чё мне это самое, блядь? Вы добирать не будете одного? Да зачем уже так упасть? Посрать нахуй. Меньше конкурентов на печеньку. Сова, ну и если он пойдет чисто на груле, то хочешь возьми. Кто? Да там пишет мне. Я дал тебе ассист. Кидай ему пойти. Да, Эли. Не, Гарри Поттер же это изначально сказка считается. Он просто мировой бестселлер. Экранизировали. Его смотрят, ну его, по крайней мере, до экранизации читали и взрослые, и дети. Мне кажется, это фэнтези, так же, как и Владыка колец, блядь. Нет, ну, блядь, это само собой фэнтези, блядь. Я с Властелином колец не сравниваю это. У них разные, блядь, категории, вообще-то. Ну да, кому книжка досталась в 93-м году, тот счастливчик. В 93-м году не было самого фильма «Гарри Поттер». У меня была в 95-м году книжка эта, первая. Которая самая первая часть. И я считаю, то, что... Да, в смысле старый, я молодой, просто книжка мне досталась. Я в 96-м только, блядь, родился, мой в 95-м уже книжка была, блядь. Я в 99-м читал. В каком году у тебя книжка появилась, ты говоришь? В 93-м. В 95-м году. В 95-м. Сейчас я посчитаю. Я в 99-м. Сейчас, подожди, я просто красивая, не умею. 24 года назад. Нет, не 24, 23 года. Как 23 тебе? Она вообще-то хочет ценность книги, ой, ценность вот книги прочитать уже. Ну, тот счастливчик, я говорю. Я не мог читать, но у меня была эта книжка. Ты родился с этой книжкой? Да? А вы в курсе, что третья книга «Властелина колец» написана была в 55-м году уже? Да, да. Вот и даже раньше уже была написана, просто всё ее... Сова, пошли, издали в 55-м году. Да.
Не пуляйте пока босса, мы засуманим шаман. Ну, роулинг там тоже долгая история. Ну, блин, Гарри Поттер там... Ты в 96-м году родился. Книжка у тебя была в 95-м? Да. Да, у меня была уже книга в 95-м году. Ну, не как у меня. У моих родителей, блядь. Ну да, получается так, все верно. Читал ты ее в каком году? В 2002-м, наверное. Я в 99-м, мне было 7 лет. Писькомерство? Где ачивки, нахуй? Какие? Гоните ачивку, нахуй, когда вы ее прочитали, нахуй. Вот зря я с тобой снова пошёл, блядь. Ладно. Давайте ходить. Вот, сова, я говорил, блядь, зря я с тобой пошел куда-то. Меня сейчас изнасилуют. Они... У тебя в 95-м году могла появиться Гарри Поттер первая книжка. Мак, да-да, я вижу, я потом все объясню. Какой Гарри Поттер, он, они про Властелин колец, по-моему, нет? Ну, у меня родители за границу часто ездили. Че, на многих языках раньше продавалась эта книга. Че, это нормально, то, что она у многих была. Это вообще-то был легендарный бестселлер, который я продавался за секунду. А, ты Властелин колец, ты говоришь? Нет, я говорю про... Гарри Поттера и Властелин колец Гарри в том числе Поттер. Тоже. Это не бестселлер. Гарри Поттер — это историческое фэнтези. Это совсем другое направление. Каким хуем там привязаны истории? Да? Я тоже не пойму Гарри Поттера и истории. Да по... Она, кстати, в 2002 году вышла. Книга первая. То, что фэнтези — это тоже. На Гарри Поттера не первая вышла в 2002 году. Куда у нас Костёв? Кубок огня в 2002 году. 1 марта, вон в Википедии написано. Подождите, Крикс, ты зайдёшь? Расскажите ему 18-м ОДД тактику на этого босса. Просто бьёшь это... босса, закрываешь руки. Обновите бафы, пожалуйста. Кушайте. Не знаю. Слева. А я что, блядь, они не умирали? А где рыба? А, вот рыба. Рыба! Рыбу, блядь. Короче, турбоис будешь справа. Если не хочешь умереть, то сам считай количество рук. 4 раза руки появляются, туда летит шар, который, ну, разливает там вот этот огонь. То бишь, прожмешь бабл заранее, и там закроешь руки, потом выйдешь. Что мне делать? То бишь, 4 стака бой, можно. Элвикен, будете на бой. По 4 стака я все правильно понял, да? Да, нет, смотри, 4 раза руки появляются, понял? После этого летит туда шар, вот этот огненный сверх, который разливает лужу справа. Заранее бабл прожмешь, закроешь руки, выйдешь. Ну, в принципе, а, можешь это, сдохнуть, это, главное, типа... руки закрыть. Я понял, это типа печки, да, называют? Да. Угу. Обнови каску, пожалуйста. Вар, будешь закрывать слева. Понял? По левой стороне. РДД сзади закрывайте, старайтесь. То бишь, смотри, турбоис, как справа... Уйдешь, будешь сзади закрывать. Мак, персонально для тебя, ща метку кину. Представь, что это в черепе, короче, там появится такой красный кружочек. Понял? Надо в него встать один раз, и ручки там появятся, и он, ну, как бы хлопнет этими ручками, тебя застанет на какое-то там время, на тебе появится дебаф. Короче, надо руки эти закрывать, чтобы выжить. Понял? Ты можешь встать туда 2 раза. Или 3, сколько? А что ты с ним бегаешь, Лексус? Каким? А, у меня другой. Подожди, все должны туда остановиться? Нет, смотри, будет появляться 3 пары рук. Нет, не 3 пары, а просто 3 кружочка вот, на карте вот примерно. Мы их закрываем и, соответственно, мы выживаем. Если хотя бы раз пробьем руки, то сдохнем. Поставь метки, где они просто вот. Блядь, сейчас. Сейчас, чтобы понять. Ну, блять. Ну да, если с пула первые руки проебем, то там просто урон. Я не могу кинуть метки, короче, у меня тут аддон какой-то не хочет. Ты. Ну просто увидишь, там такие красные кружочки будут. Один, 2 раза встал, то бишь первый раз просто встанешь, потом 2 раз под глыбой. Все. Там, по идее, закрывать должны остальные люди. Чувоет и Эвакин на боссе. На пул и Эвакина. Танки Пуль? Побежали сюда. Войд, беги вместе с ним. Кто МТ-шт?
Тот ДК. Угадай. Жирный. Блин, анхолит ДК. Инворкер. ДК, короче, чего ты ебанился? Это просто фановский билд. Гуляйте, как будете готовы. Танки. Главное, люди, не слакайте с руками, закрывайте. И за агро следите, а то тут нихуя нету, таунта не работает. Блять, Володя помер. Чё за хуйня? Вроде сейчас вообще не было. Вот я и смотрю, типа, где у нас подвздох. Ну, вроде все живы. А ты где? Шо ты шо, блядь, Амстер 41 из буста. Что-то я тебя не вижу, турбой, что там делаешь? Понятно. Турбой сидит справа. Там руки были справа, и турбой где. Вот мне просто интересно, где он. Вот, я же сбегал. Двое рук, смотрите, блин. Понятно. Прохиливайте. Дурада, дай БР, блял Морти. Стой справа. Не убегай оттуда. Посередине стой, вот где-то эта печка. Она пока что не дамажит. Дайте рибавку, пожалуйста. Руки. Руки закрываю. Все, там печка. Вот. Дайте БР по паладину быстрее. Вот именно вот эти руки, я тебе говорил считать, появляются 4 раза руки, прилетает вот эта хуебень. Уебим была, блять. Все, теперь справа рук не будет, закрываешь чисто сзади. А Гера была? Че Гера не было? Дайте Геру. Я давал Геру. А, я же сдох. Точно. Дайте еще одну Геру. Да, блять, у меня ману мой, забей. Стою, руки позакрываю. Что за дома? Пошел пройду. Руки слева были. Да. Быстрее, приз. Блять, справа еще были. А че он так стаком запрямил? Да, вы че сбросили? Переведите босса в другую сторону одновременно, дайте прожимку на рейпик. Похуй, кто взял. Всё, сейчас скинусь уже, всё. Закройте сзади руки. РДД, блядь, быстрее. Красиво. Пожертвовал своей жизнью ради рейпика. Не зря мы его взяли. Не зря сумонили. Дошло до того, что хил уже спровадил. Нормально. Ничего в этом такого нет. Блять, вот опять облудил. Там одни руки, 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 руки! Крокозябрик! Блять. Ох, что стаки на боссе пошли на. Сбрасывайте стаки. Вот сейчас главное не стакайте, ой, не слакайте. Сами. Где квадрат? Замените вара, пожалуйста. На руках.
Так, ладно, я сдохну. Все. Добиваем. О, ачивка, нормально. О, сапоги, говно. Первая печенька сразу ролл. Так, а где у меня ролл? Кто-то кинет больше 90, блядь. Хуёво будет по жизни. Не совершайте ошибок, люди. Я единичку кинул, нахуй. Это сотка же. Единичка — это больше, чем сотка, это 101. Чё, там не кинул никто больше 90? Нет. Сучий глаз. Ты воин, зачем ролишь? Это Алис, воин. Роль. Ну так хоть на того хотя бы, ебать. Это кожаный, нахуй, пояс. А, я думал печенька, нахуй я ролил. Печенька будет вторая вот после шмота я, скуля. Я думал печенька, я ошибся. Мастер шо? Где это там, блядь? А. Ну ты понял, да, там не было дробяшки, то что я ошибся. Мауспек. Крикс, я бегал, прыгал, блядь, и сдох еще. Мы лезь на дробяшку свою сейчас. Че, ты хочешь ее ролить? Так ее не было. Бля, выпало как-то случайно в кармане, казалось. Да хорош. Ебать. Не кидайте ролл нахуй. Пизду. Давай, где? Кидай мне быстрее. Это, ну... Я трусы кидаю. О, спасибо, все передал. Красава, ебать. Фух. Блять. Ты, может, заберешь, а нет? Да я тебя искал. Ой, ГЦ, ой. Так, маска. Ну, я думаю, хочу же. А что за фигня? Почему по роллам проиграл, ему отдали? Кто проиграл? Кто проиграл? Чё проиграл? Там кто-то там больше 75. Нет, а где у него? Войт Фрозен выиграл вообще-то, блять. Кто? Всё, извините, кто? Я кто? Ошибся. Ничего, бывает. Ой, с духом. Крикс, блять, я вижу, что, сука, тебе нужна эта хуйня, она у меня в кармане. Или где она, в боссе лежит. Потом я тебе дам лутера. На, не заёбывай. Юля, кинь обмен. А, вот он. Хоть камни с меткой. Камни с меткой. Крис, тебе надо сотку Крис кинул? А, ну вот дай ему. Ну там он вроде ШП, но делать сложно. Ниндзя! Еще куда-то пойдем? А, точно, печенька. Сейчас как кину сотку. 98. Сука. Кого там, блядь? Хардстайл. Сука, мы уже ролли не выиграла, нахуй. Обмен труса. Всем спасибо. А у нас будет это, ну, за ЦРТ, ну, мы хоть одного... Металка, ну, знаком, мы там на офскейт спек один, как и его ролл. Еще раз. На танка, металка. Ну, вообще ее никто не ролил, если кому-то я, надо. Я кидал на успех. Ролил, спасибо. Да, он просил ну, на успех. Кинь еще раз, чтобы я тебя дал. А, вот. Так, твой у босса? Я дал тебе лутера, забирай. Еще все, забрал? Только 10 оп, да? Да, забрал, спасибо. Ну, как вариант, все. Можно 10 оп. Если что, на холле пала, либо арпала, ставь есть.